наконец-то все закончилось. Ура! Знаете, я сюда выхожу каждый год на сцену. Кстати, в первый раз я на такой сцене, я стесняюсь, робею, краснею и бледнею, не знаю, что, потею. Каждый раз я говорю всем большое спасибо. В первую очередь, ребят, спасибо, что приезжаете. Значит, это все не зря, правда? Мы будем все делать круче и больше. Например, с Алексеем Мурашовым. Леха, я не знаю, где ты, но я думаю, ты меня слышишь, Леха. Алексей Мурашов, руководитель Revolution Festival. Только благодаря им мы получаем вот этот драйв вечерний. Днем мы рубимся на трассах, вечером мы отдыхаем. Отдельное спасибо моей команде. Это люди, которые реально здесь просто пашут, умирают, не спят. Тратят свое время, уезжают от семей. Ребят, спасибо всем. Просто драйв, спасибо! Ну и сейчас я быстренько пару слов о наших спонсорах. И люди, которые будут сейчас получать призы, это шикарные подарки. Ребята, ВМП Авто. Это инновации в смазках. Это то, что нужно вашим автомобилям после просто драйв. Компания Клодс. Шикарные масла. Америка настоящая. Ваш мотор скажет спасибо. От компании Автопитер наверняка кто-то что-то поломал. Но если не в этот раз, то в следующий обязательно. Поэтому бонусы и скидки призеры наши получают от компании Автопитер. Опять же вернемся к поломкам. Есть у нас такой парень, Ракета, который чинит и прокачивает машины просто драйв. И с радостью вас встретят. Все призеры получают скидки на работу у Ракеты. Ой, ребята, новый спонсор, новый наш партнер. Очень большое спасибо, поддержали просто обалдеть как. В славном городе Великий Новгород есть замечательная компания по производству мебели. Она красивая, я реально завис на сайте. Вот. И они нас, во-первых, поддержали, а во-вторых, они смогли подарить призы призерам. Подарки призерам. Фирма Катенька. Катенька, спасибо! Ну вот у вас, смотрите, у призеров, которые заняли уже первые места, да, в двух категориях, у них одно приключение закончилось, но скоро начнется следующее. Насколько я помню, через 3 недели «Волчья петля» призеры первые места получают бесплатную путевку на «Волчью петлю». Отдельное спасибо, уже много лет, 4 года нас поддерживает компания «ЛИК», «Лужское телевидение». Мы наслаждаемся их сюжетами и репортажами. Кстати, вчера вот все плясали, было весело, да? А вы заметили, как зажила усадьба другой новой жизнью? Она была красиво подсвечена. Юра, я не знаю... А, вон он, Юра стоит. Он здесь как Человек-паук, 3 дня на этих стенах. Компания «Невосвет». Спасибо огромное. А, я знаю, что Гриша еще здесь. Гриша, я вижу тебя! Гриша, спасибо! Ну что, хотите призы? Нет. Давайте сначала я вас порадую дипломами за участие. Бойцов Кирилл, Никитин Геннадий. Мотылев Артем, Алексеев Роман. Фомин Илья, Гусев Никита. Так, Саня, иди сюда. Леонтьев Алексей, Ермаков Александр. Телепундеры! Андрей Орлов Сергей. Миронов Алексей, Соболев Михаил. Важов Василий, Филипповский. Уже который год украшение нашей трассы, да, ребят? Да, все вот просто, Вася, когда поедет Вася? Я вчера, у меня было очень мало времени, но я специально ждал, когда поедет Вася. Вот он проехал, я
вернулся в штаб. Чесаев Владимир и Никольская Виктория. Представляете, да, вот с нами растут дети. Сергеев Николай Морозов Артем. Зайцев Сергей Тозик Константин. Соколов Павел Переносов Виктор, Розанов Алексей, Белов Николай. Красулин Александр, Фирсанов Михаил. Ага. Щербаков Михаил, Щербаков Владислав. Кто-то сказал, помнишь, по памяти. Я, короче, по-моему, скоро всех буду помнить, реально. Прекрасно. Беляев Игорь, Соколов Владимир. Ефимов Дмитрий, Ян Алексей. Где вы? Уехали, что ли? Уехали, да? Вот. Что-то не сказал со сцены. Толомага, красота, Дмитрий. Голомага, красота, Ирина. Вон он. Одинокий Семен. Райнбек Стефан. Ищенко Андрей, Барашков Александр. Андрей, Екатерина, Милош и Луна. Идите сюда, Москва. Нецветаев Алексей, Бучнев Дмитрий. Остапенко Алина, Остапенко Павел. Аксенов Иван, Заливацкая Наташа. У нас уехала наша любимая девочка, которая... Да, ее нет, она в Шервику. Без штурма нагоняла Боровикова Оля на белом УАЗике. Ну что, самое интересное, да? Призеры. Начнем со стока. Третье место, категория сток. За Надворов Петр Тыклин Дмитрий. Пожалуйста, призеры, пожалуйста, где вы? Поднимитесь, потому что я вам ваши призы не понесу, их много. Это открытая дорога. Кстати, я про них забыл сказать. Открытая дорога, ребята, это люди, которые всю жизнь живут 4 на 4, и у них есть чему научиться. Держите. Все ваше, все. Пожалуйста. Карта от магазина Автопитер. Ребята, призеры, кто вот есть, слушайте внимательно. Их надо подписать, сами впишитесь. Ладненько, фамилию и имя напишите, кто будет пользоваться этой картой прекрасно и иметь огромные скидки в этом магазине. Второе место. Дудкин Дмитрий, Дудкина Ольга. Поднимаемся на сцену. Ездил, не ездил, приехал, второе место, да? Молодцы. Молодцы. Собирайте. Так, все, все, отдохни. Молодцы, спасибо. Ну а теперь первое место категории «Сток».
Петров Михаил, Петрова Наталья. Поднимаемся на сцену. Ой, ребята, я забыл, Таня, Таня, призеры получают у нас вот такие замечательные авточехлы защитные, ваши сиденья всегда чистые, но самое главное, они очень красивые. Таня, спасибо. А, стойте, куда пошли? Вы думаете, вы все, стрелялись? Вы едете на волчью петлю. Я лично у Гарри спрошу, как это там. Тяжелая техника пошла у нас, да? Третье место, категория ПРО. Денисов Роман, Сазонов Дмитрий. Кстати, по поводу категории, представляете, всего 4 машины в стоке было вообще. Я, короче, буду думать, я что-нибудь для пузатеров начну, наверное, делать. Спасибо, мужики. Второе место, категория ПРО, Шорин Анатолий Богатенко, Михаил, извините, не знаю. Где вы? Призеров нет? Это вообще как? А я все себе оставлю. Ну и самые крутые ребята. Первое место, категория ПРО. Быстров Алексей, Поляков Андрей. Нас спонсоры не перестают радовать, ребят. Давай рассказывай еще. Кто был 26-м? 26-й экипаж. Ребята, кстати, это не просто... Просто ребенок, это пилот. Пилот, ребята. Команда Клодс Нива Моторспорт. Экипажу номер 3 за любовь к ориентированию. Так, пока у нас есть время, человек выступает на багги. Представляете, да? Я хотел прокатиться на этой машине на трассе, но я в нее не влез. Последний, так сказать, от спонсора. Самое яркое прохождение точки. Экипаж номер 27. Они единственные взяли точку, которую никто не мог взять за 30 секунд. Точка была, какой номер, не помню. У нас вообще весь фестиваль был прикол. Ну, кажется, никого не забыл. Еще раз. Спасибо всем, ребята, спасибо, я вижу, что мы делаем это не зря, команда Просто Драйв, спасибо, мы молодцы. Revolution, Леха, я тебя вижу, помаши, спасибо огромное. Леха, ты еще приедешь? Говорит, приедет. Надо, нет? Леху зовем? Отлично.
Спасибо всем, до свидания. Кстати, мы не только фестивали проводим, у нас 4 мероприятия в год. Ждите анонсов на странице компании, на этой самой, ну, поняли, на стене. Просто драйв. Я думаю, я выдохну и что-то замучу в октябре, наверное. Читайте новости. Спасибо!